центре социального обслуживания «Вера» жизнь всегда, что называется, кипит. Песни, танцы, йога, рукоделие, компьютерная грамотность, скандинавская ходьба. Скучать участникам программы «Активное долголетие» некогда. Но гостей принимать они тоже очень любят. Поздравить с наступающим Новым годом центр «Вера» депутат Московской областной думы Владимир Жук приехал не с пустыми руками. Народный избранник подарил учреждению 70 пар палок для скандинавской ходьбы. Спорт – это здоровье. А вот вы, как раз люди старшего поколения, показываете, чего можно достичь, регулярно занимаясь спортом. В следующем году, чтобы у вас было здоровье, благополучие, сила, энергия, оптимизм – то, что всегда вам присуще. Поэтому с наступающими праздниками и активным вам долголетия. Валентина Илларионовна Денисова – получатель услуг Центра соцобслуживания «Вера» и одновременно его волонтер. 2 года назад она так увлеклась скандинавской ходьбой, что выучилась на инструктора. Развивается осанка, укрепляется сосудистая система, то есть улучшается дыхание. То есть, вы знаете, общий тонус организма улучшается. Мы все довольны, мы идем уже с прогулки, мы идем счастливые, свободные, легкой походкой. Теперь у Валентины Илларионовны своя группа. Подарку депутата Владимира Жука она очень обрадовалась. Во-первых, стирается у них башмаки. Они стираются. Мы их постоянно их меняем, покупаем и меняем сами. Поэтому такой подарок, да? Да, это, в общем, вы знаете, мы очень довольны этим подарком. Мы вообще благодарим всех, и администрацию, и «Активное долголетие». Также депутат Владимир Жук спросил о нуждах благополучателей центра «Вера» и пообещал и дальше помогать организации. Большой коллектив всегда подходит и просит одно, другое, посоветоваться здесь. Поэтому, конечно, с каждым переговорили, каждому нашли какое-то решение, либо будем его искать. Но в любом случае ни один человек не остался без ответа. Но активные долголеты, как они себя сами называют, отправились на очередные занятия с улыбкой и легкой походкой. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».